И к другим темам. Ты патриот своей родины, а значит должен служить в армии. Но в какой именно, это решали всем классам ребята, которые приняли участие в акции телекомпании ВТВ «Весенний призыв». За последний месяц к нам в редакцию поступило немало плакатов, нарисованных детьми, в которых они изобразили свое видение армии. И, наконец, настало время подводить итоги и наградить победителей. Танки, парашюты, военная техника и солдаты. Но главное – детский почерк и детское видение современной российской армии. Почувствовать себя настоящим воином, пусть даже и в мечте, на листе бумаги, решили мальчишки и девчонки разных возрастов. И самые находчивые из них заняли 3 призовых места. Телекомпания ВТВ отправилась поздравлять победителей. Самые юные из них оказались второклассники 11-го лицея, которые и заняли 3-е место. Телекомпания ВТВ благодарит вас за то, что вы нарисовали такой красивый плакат, посвященный российской армии. И каждому из вас мы дарим небольшие памятные подарки. Я услышала эту рекламу, то, что идет конкурс. И решил сказать одноклассникам, чтобы нарисовали эту газету. Мы думали, что мы победим, но не мало сказать, что, что главное не победа, а участие. Мы пойдем в армию! А победителям, которые заняли 1-е 2 призовых места, повезло особенно. Валентин Мищенко, ученик 21-й школы, и абсолютные победители. 7-й Б-класс гимназии юридическая предоставили самую интересную версию стенгазеты, за что были удостоены побывать на экскурсии в Волгодонском авиаклубе. Каждый год в мае месяце я со своими учениками выезжаем на природу. В этом году нам повезло, потому что мои дети увлекаются техникой, давно хотели посмотреть на самолеты, попрыгать с парашютов. И благодаря телекомпании ВТВ, благодаря их акции, в какой бы армии я хотел служить, мы очутились в Романовке, в аэроклубе. Когда я смотрел телевизор, канал СТС, я увидел рекламу, которую проводят ВТВ. Поехать в столицу Романовскую. И меня это очень заинтересовало. Я предложил своим одноклассникам участвовать в этой акции. А я провела анкетирование среди моих одноклассников, наших родителей и наших учителей. Все отвечали на вопрос, какой бы армии они хотели, чтобы служили наши дети. Армия должна быть сильной, чтобы не было дедовщины, был выходной день, была современная техника. Посидеть за штурвалом самолета, узнать о прыжках с парашютом и, главное, прыгнуть с парашютной горки. Эти яркие детские мечты наконец-то сбылись. Поехали! Все, все, приземляемся. Мне очень понравилось, так было классно. Ну, когда спрыгиваешь, страшно прям. Ну, высоты немножко боюсь, но так вообще клево. Спасибо, ВТВ! Елена Штрафина, Сергей Овчаренко, новости ВТВ.